В связи с гибелью под Луганском журналистов всероссийской телерадиокомпании Антона Волошина и Игоря Корнелюка глава Орловщины Вадим Потомский направил телеграмму в адрес руководителя ВГТРК Олега Добродеева. В ней, в частности, говорится: «От имени жителей Орловской области от себя лично выражаю коллективу ВГТРК, родным и близким погибших под Луганском журналистов искренние соболезнования. Антон и Игорь погибли, выполняя свой профессиональный долг. Погибли за правду, которую они рассказывали о трагических событиях, происходящих на Украине. Рассчитываю, что все обстоятельства гибели российских журналистов будут тщательно расследованы, а виновные понесут заслуженное наказание».